Живые, хорошие, биологически активные и полноценные поливитамины как для женщин, так и для мужчин. Знаешь ли ты, что примерно 9 из 10 человек испытывают дефицит хотя бы одного витамина и минерала? Это 90% населения. Скорее всего, это потому, что мы зависим от продуктов с высокой степенью переработки и низким содержанием питательных веществ. Но и наши запасы продовольствия уже не имеют той плотности питательных веществ, которая была когда-то. Сейчас потребление пищи, конечно, является проблемой. Мы не получаем оттуда достаточного количества питательных веществ. Тогда у нас есть лекарства. Существует множество различных лекарств, которые могут вызвать дефицит питательных веществ. И, конечно же, есть образ жизни. Неудивительно, почему мы наблюдаем больше рака, больше сердечных заболеваний, больше диабета, больше ожирения, больше болезни Альцгеймера, просто больше хронических заболеваний. Поэтому мы сказали, давайте разработаем поливитамины высочайшего качества, которые помогут восполнить любой из этих пробелов в питательных веществах. А затем мы улучшаем их. Мы улучшаем поливитамины, включив в них все 8 основных витаминов группы В. И мы фактически включили наиболее биодоступные формы витаминов группы В и фолиевой кислоты в их метилированной форме. Затем мы добавили экстракт календулы, лютеин и зеаксантин. Это пигменты, содержащиеся в цветке календулы, и они сильно сконцентрированы в сетчатке в задней части нашего глаза. И угадай, что это такое. Потеря зрения тоже происходит, с беспрецедентной скоростью и в более молодом возрасте. И я просто в восторге от того, что мы смогли добавить эти два ингредиента в наши поливитамины. Было доказано, что они приносят пользу зрению и зрению. Хорошо, теперь для женщин у нас есть, мы добавили железо, но если у вас постменопауза и вы не хотите принимать железо, вы можете взять мужскую версию. Это не проблема. И мужчины, если вам нужно железо, то совершенно нормально взять женскую версию. Хорошо, и так, в дополнение к железу в женском витамине, мы также увеличили содержание фолиевой кислоты, а также добавили экстракт клюквы, потому что это антиоксидант, который, как было доказано, очень полезен для здоровья мочевыводящих путей. Хорошо, теперь для мужчин у нас меньше фолиевой кислоты, нет железа, но мы добавили ликопин. Ликопин – мощный антиоксидант, который, как было доказано, полезен для здоровья предстательной железы. Хорошо, так что без сои, без молочных продуктов, без глютена одобрен для вегетарианцев. Лучше всего принимать поливитамины, так как некоторые ингредиенты жирорастворимы, ты получишь от них максимальную отдачу, если будешь принимать их с пищей. И поскольку в нем есть витамины группы В, которые могут помочь в выработке энергии, я предлагаю принимать его с первым приемом пищи в течение дня, чтобы у вас не было никаких шансов нарушить ваш сон. Хорошо, ребята, мне нравится думать об этом как о страховом полисе. Он всегда с вами, и вы застрахованы. Спасибо, что смотрите.